Для людей с ограниченными возможностями здоровья создаются все условия для комфортной жизни. Особое внимание уделяют общественному транспорту. В организации общества слепых сегодня поговорили на тему свободного передвижения в городе. В центре внимания несколько волнующих вопросов. В ближайшее время город должен перейти на безналичную оплату проезда в общественном транспорте. Для инвалидов по зрению это очень актуально. Вторым вопросом стала тема социального такси. Самая обсуждаемая тема в обществе слепых – это внедрение системы «Говорящий город». В первую очередь она должна заработать в автобусах. С помощью голосового сообщения абонентское устройство должно информировать незрячих о том, какое транспортное средство подошло на остановку, какой номер автобуса подъехал и по какому маршруту он следует. Если этот автобус, значит, нужен незрячему либо слабовидящему человеку, он посредством нажатия другой кнопки осуществляет связь с водителем, и у водителя, водителю подается сигнал в кабину о том, что вот на этой остановке к нему в автобус, значит, произведет посадку инвалид по зрению. На сегодняшний день в Тамбове проживают больше 1000 незрячих людей. Система «Говорящий город», конечно, не заменит им зрение, но сможет значительно облегчить жизнь.